Ученые из Италии оценили минеральную воду в Днестровских Зорях на отлично. Накануне образцы отправили в лабораторию, проверили анализ, дали заключение. Уже нам пришли результаты о том, что вода у нас очень хорошая, даже можно сказать в некотором смысле и уникальная. Почему? Потому что они подтвердили тот факт, что таких скважин всего лишь 4 по всей Евразии, одна у нас. Она на уровне Ессентуков. Минеральную воду в Днестровских Зорях пьют и заливают в лечебные ванны. Есть в санатории и соляная комната, бассейн, физио и фитотерапии. Сейчас в Миринештах стартовала первая осенняя смена. Отдыхать приехали 90 человек. Следующий заезд через неделю. Для льготников бесплатные путевки. Их можно получить в собесах городов и районов.